Крыму сегодня открылась международная конференция «Ялта-1945. Уроки истории». Ее проводят в Ливадийском дворце. Там же, где 75 лет назад состоялась историческая встреча руководителей стран антигитлеровской коалиции. Сталин, Рузвельт и Черчилль обсуждали, каким будет мир после разгрома Третьего рейха. Ну и главное, как создать такую систему международных отношений, при которой были бы невозможны такие страшные и кровопролитные войны, как Вторая мировая. Чем уникальна мировая история Ялтинская конференция? Тем, что на ней были выработаны решения, которые позволили худо-бедно, но без больших войн, мировому сообществу сорганизоваться и существовать, обеспечить в целом мирную жизнь на планете в течение более чем 70 лет. Это пример ответственности. Это всегда была основа именно прочного мира и возможности урегулировать конфликты до того, как они перерастают в такие страшные катаклизмы, которые пережил мир во Второй мировой войне. В нынешней конференции принимают участие политики, ученые и общественные деятели из разных стран, включая США, Великобританию и Францию. В рамках мероприятия планируют принять декларацию о поддержании мира и безопасности в Евразии.